Ракета! Смотри, что она сделала! Сжимала все к хвостам! Я думала, Корел конфисковала все. Значит, нет. Ракета, а твоя техника? О, кумполы головы ее прихватили. Но забыли тупую ламу! И вот она сживала нам связь, хвост и глаз. Обещаю, мы все починим скоро. Ты еще обещал, что твоя подружка нам скидку сделает. Да, как же. Эй, это обидно. Сказать, что обидно, Квилл? Быть единственным среди вас, кому не наплевать на Милана. Так, народ, придется в порту чиниться. К счастью, меня знакомы на забвении. Запчасти он найдет и снимет трекер Нова за полцены. Не бросим же мы, дитя. Она вела себя странно. Лама сожрала провода, Дракс. Может, это просто помехи. Если мы снимем трекер, Корел весь флот корпуса Нова поставит на уши. Гамора права, мы пообещали. Я пообещал. Найди местоположение Корел. Выплатим штраф. Квилл, ты издеваешься? Зато на хвосте не будет висеть Нова, когда пойдем на следующее дело. Да, если это дело будет. Ах. Похоже, Груту удалось приструнить эту зубастую тварь. Пусть только попробует вернуться и продолжить грызть мой корабль! Ясно? Отцепись от меня, Квилл. Я занят. Ответь, грызун! Ты причинил бы вред Ламе, если бы древо ее не спасло. О, она еще получит по заслугам. Лучше тебе сдержаться. Я бы не хотел лишать тебя конечности. Что за... Что эта лама стала так для тебя важна? Мы забрали ее из естественной среды обитания и должны о ней заботиться. Да, как же! Я думаю о том, что ждет нас в будущем. Новые сражения. В другой раз стоит взяться за контракт, не предполагающий сражений. Тогда зачем ты нам нужен? Устранение врагов не единственное, в чем я силен. Ты правильно обеспокоен отсутствием связи, грызун. Потенциальный клиент захочет с нами связаться, но обнаружит, что связь отсутствует. Во входящих уже давно пусто, Дракс. Возможно, это связано с тем, что некоторые... Что такое хмурый? Вовсе нет. Дракс, ладно тебе. У тебя же на лице все написано. Сколько раз зверю говорил, мое лицо не для... Дракс. Ну, в чем дело? Я понял, что мои знания недостаточно обширны. Наше посещение Сикнарфа-9 прошло не так. И леди Хеллбендер не великанша? Оказалось, что так. Но это не все, Питер Квилл. По пути к крепости я понял, что многие мои выводы об этой команде также были ошибочными. Правда? Убийца и грызун. Без них и древо на нашей стороне. Мы были бы мертвы сейчас. Я ведь говорил, их прошлое не делает их плохими, Дракс. Жизнь — это сложная штука. Все всегда сложно. На Катате просто. У меня была семья и мой прямой путь, которого больше нет. Ты снова найдешь его. Просто подожди. Давай быстрее, Квилл. Надо восстановить связь. Мы можем поговорить? Да, да. Давай. Ты сказал мне, перед Сикнарфом, я ценю тебя, ты важный член команды. Это так? Однозначно. Так почему, когда я нашел решение, ты плюешь на мой совет и прогибаешься под корпус? Ракета, не начинай.
Я не всегда следую твоим советам, но я к тебе прислушиваюсь. Мы команда. У каждого свое мнение. И ты скорее послушаешь Гамору. Гамору? Она знает, что делает. Она штурман. Прокладывает путь к звездам, планетам и... к кометам. Ага, и к кометам. Иногда. А Грут наш... специалист по растительности. И его мнение важно. А Дракс? Он чем хорош? Он... тактик. Да, точно. Дракс, он настоящий тактик. Еще есть я. Ворчун, занимающийся ремонтом корабля. Да хватит. Ты ценный член нашей команды. Мы же вместе ее создали. Осталось лишь сделать ее прибыльной, стабильной. Можно отправиться на забвение. Но не выплатим штраф, корпус снова нас захватит. И где мы возьмем деньги? Может, в выплате штрафа и есть смысл. Именно. Так что давай на этом и остановимся. Ладно? Посмотрим. Вот, мы закончили. Доволен? Давай по-бырому. Чё надо, Квилл? Вот, держи. Та-да! Прошу! Аж спину прихватило от всего этого. Грудь. О, класс! Ты сделал загончик. Да, есть Грут. Да, пусть держится подальше от моего меха. Ты же не хотела лишить нас связи. Выглядит прочным. А ей тут будет хорошо? Я есть Грут. Однажды мы найдем языковой пакет. Гамора, ты нашла... Это куклы? Да. Нет. Неважно. Надежда Халы в системе Тайо. Координаты на консоли. Ну, а чего ты закрыла экран? Не твое дело. Неужели? Кажется, ты пытаешься от нас что-то скрыть. Да, так и есть. Не хочу расстраивать, но я все видел. Никогда бы не подумал, что ты собираешь кукол. И да... Мне жизнь дорога. Питер, я тебя не убью за вопрос о моей коллекции. Отлично, ведь в прошлый раз... Да, я их коллекционирую. У многих есть хобби. Грут собирает растения, а ракета любит бомбы. Да, да, а у Дракса полно очень страшных ножей. Вот, ничего необычного. Пожалуй.
Знаешь, в детстве я тоже много чего собирал. Бейсбольные карточки, фигурки. То есть это занятие для детей? Нет, 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 я не об этом. Да шучу я, Питер. Плевать мне, что ты думаешь, но я не хочу обсуждать свои хобби. Время уходит, Питер. Ну ладно, Карел, готовься к сюрпризу. Карел, наверное, следит за нами, ждет, какой выбор мы сделаем. Похоже, твоя подружка все-таки сдержала слово, Квилл. Это точно ее корабль? Сканирую. То же название, что прежде. Это Надежда Халы. Без паники. Стандартная процедура. Мой корабль вожу. Какая его часть? Спроси Квилла. Это он бьется обо всем подряд. Ладно, идем заплатим. В общем, когда мы выберемся... В смысле, если выберемся... Я знаю кое-кого, готового предложить нам весьма щедрый контракт. Я не стану никого убивать. Да, я не полезу в особняк какой-нибудь богатой сволочи, чтобы отравить ее ужин. Я хотела сказать, что после полета с ламой мы могли бы взять контракт на перевозку скота. Да ни за что! Ракета успокоится, но постарайся больше ничего не съесть, лады? Выплатим штраф. Я есть Грут. Даже Грут понимает, что ты здесь ради десерта. Я есть Грут. Это не станция в виде скалы, это скала в виде станции. Я знаю, что в этом есть смысл. Но все равно для протокола. Это все ошибка, и я не хочу здесь находиться. Давай, кто пошлет нафиг больше офицеров, прежде чем нас заметут. Я не в настроении. Ну ладно, я думал, ты захочешь. А что будем делать с деньгами, которые останутся после выплаты штрафа? Я предлагаю купить автостыковщик. Останется немного. Купим информацию о нашем следующем контракте. Нужно купить на них еды. Да, Дракс прав. Да. Только не корень Яра. Вспоминается момент, когда я сдался властям. И что-то чувствовал? Свободу. Ты раньше бывала на скале? Да. Она как все станции корпуса Нова. Что-то мне подсказывает, что мы здесь надолго не задержимся. Зависит от того, намерен ли ты спариваться с Коралл. И как, сможешь тут сориентироваться? Незачем. Тебя либо ведут, либо ты ждешь у стойки регистрации. Ну что, вперед! Если они поцарапали краску, заставим корпус снова уменьшить штраф. Ха, удачи с этим. Это ужасный халат. Халатность. Я так и сказал. А где все? Большинство станций Нова автоматизированы и управляются миросознанием. Это нервирует. После войны у них не было выбора. Много стульев, мало задниц. В любом случае, так эффективнее. Конечно, пока миросознание не чихнет и не вырубят систему жизнеобеспечения. Какая ненадежная система. Это так не работает. Он преувеличивает. Правда?
Я слышал, группа кумпологоловых на Эгросе голодала из-за того, что миросознание заблокировало комплекс. На Эгросе нет комплекса корпуса Нова. Теперь уже нет. М-класс, корабль Милана. Перемещен в отсек F-73-4PL. Перед вылетом предъявите заверенную билетную стойку. Расслабься, ракета. Это стандартная процедура. Ага, надеюсь. Это не первый мой штраф в корпусе Нова. Как и твой. Но плачу я впервые. Знал, что надо было остаться на борту. Успокойся. Я не дам им тронуть мой корабль. Мой корабль? И ты уже дал? Ну, в плохом смысле тронуть. Доверься мне. Также ты говорил про свою подружку Копа. Я есть Грут. Мне почем знать? Спроси бывшего Копа. Что спросить? И я не состояла в корпусе Нова. Грут хочет знать, почему здесь нет патруля. Скала — станция другого типа. Хотя пара кораблей должна быть. И что за название такое? Скала! Довольно точное. Поверишь, что это не связано с тем, что станция на огромной скале? Не поверю. Так откуда название? Без понятия. Это все, что я знаю. Так, а вот здесь кто-то должен быть. Может, выходной? У копов не бывает выходных. Есть кто? Я есть Грут. Нам нужно выплатить штраф. Мы ищем Центуриона Карел. Дверь закрыта. Все, мы попытались. Пошли отсюда. Мы не уйдем. Найдем их, если придется. Слушай, может попробовать как-нибудь открыть дверь с другой стороны? Мне теперь взламывать систему безопасности корпуса Нова? Ну, если ты не потянешь... Манипулятор! Это незаконное проникновение на объект корпуса Нова. Вдруг они ушли на перерыв? Я есть Грут. Грут говорит, что стойка еще открыта. А я говорю, не наша проблема. Может, нужно дождаться своей очереди? Очень вряд ли. Эй, Драк, купишь мне баночку звездной мощи? Машина не работает, и не в моих привычках давать взаймы. А я сказала, что отдам. Отлично, здесь есть воздуховод. Может, подойдет нам? Ты сможешь здесь пролезть? Если откроешь, я не настолько гибкий. Хорошо, Дракс, ты знаешь, что делать. Не верю, что на такое способен. Помоги, Грут. Не проси его делать странные вещи. Так, Гамора? Однозначно нет. Следует выплатить штраф, а не увеличивать его. О, воздуховод открыт. Мы повредили собственность корпуса Нова. Ну, чуть-чуть. Так, ракета, проверь, ведет ли воздуховод в ту комнату. И будь осторожен. Знаешь, мне все еще не нравится этот план. Но возможно... Что-то странное в системе питания. Работает только резервно. Вот тебе схема. Ты все знаешь. Скажи, где переключить. Запитать можно лишь несколько мест одновременно. Понял. Смотри и учись.
Вот и дверь. Не та дверь. Ну все же, прогресс. Эй, тут туалет! Никому не надо! Мне надо, пока подальше отсюда! Где же они? В кои-то веки нужен коп. Меня бы устроил и дежурный. А меня бы устроило оставить записку и свалить с этой скалы. Никто не хочет пить. Нет, я уже проверил. Балтианской резиновой нет. Сейчас разберемся. Эй, типа, уже что-то. Эта дверь нужна больше энергии. Это не ее соединение. Что ты творишь, Питер? Прости, прости. Из меня плохой электрик. Отрючи! Вуаля! Чего-ля? Ну, типа, та-дам! Яснее не стало. Дверь открыта. Так бы сразу и сказал. Упс! Что упс? Ничего, порядок. Главное, не трогать. Это, есть! Тут подозрительно тихо. Верно. Эй, Нова! Что они делают? Сканируют друг друга. Зачем, интересно? Они свихнулись. Вся станция не может быть необитаемой. Она не необитаема. На ней есть роботы. Так даже лучше. На момент прибытия Карел все было нормально. Вдруг они на корабле? Да, и все целуют задницу твоей бывшей. Получилась бы очень длинная очередь. Твое сочувствие неуместно. Есть эй, кто? И я наполовину вещь, помнишь? Забыл. Вот, опять. Мы просто проигнорируем его вопли? Нам не до чужих проблем. Своих хватает. Но хоть в этом мы согласны. Если это не поможет вернуть мой корабль, мне все равно. Эй, я вот. Здесь! 1, 2, 3, 4. Нет. Привет. Вы не Нова. Не могли бы вы подойти? 4 единицы? Нет. Ты в костюмчике. Вытащи меня отсюда. Мне здесь не место. Слышь, ты землянин. Я тоже. Нужно помогать друг другу. За что сидишь? Что? Да так. Просто перепутали. Спутали с тем, кому не понял. Никого нельзя оставлять голодать в камере. Как-то же они открываются. Должен быть переключатель. 4, 3, 2, 1. О, эй, что вы сделали? Куда меня? Что это? Возможно, в комплекс пробрался смертоносный убийца. Правда, хотим выплатить штраф и вернуться к нищете? После этого у нас что-то еще останется. Эй! Ого! Ну и громадина! А ты как думал? Привет, приятель. Эй, теперь ты куда? У меня есть права. Это место навевает воспоминания. Ты служил в корпусе Нова, Питер Квилл?
Что? Нет. Но был на опознании. Раз, два. В общем, хорошо быть с этой стороны. Ого, а этот парень не промах. Ну, теперь это не наши проблемы. Если мы не встретимся снова. Хвост с ним. У меня ничего не выходит. Я себя ощущаю, словно в доме с привидениями. И ты при этом не хочешь сбежать? Переведем юниты, как обычные граждане. Вряд ли у нас это получится. Я проверила терминал в поле. Соединение с миросознанием разорвано. Не работает. Только не падай, только не падай. Черт! Я официально заявляю несогласие с проникновением в комплекс корпуса. Ладно. Ерунда. Ого, жутко. Эй! Какие же у вас лица? Как дети! Нет, испугался. Это что? Броня Центуриона! Ага, не стесняйся, Квилл, примерь. Настоящему воину броня не нужна. Ты в нее все равно не влез. Правда? Можно примерить? Ха, если хочешь растечься лужей слизи. Они генетически закодированы миросознанием. Хочешь сказать, у миросознания есть генетический код всех центурионов Нова? Ага. И жуки пытались использовать это против них в войне. Но этот суперкомпьютер не взломать. Поверь, я пытался. Как думаешь, сколько за такой костюмчик отвалят на черном рынке? Даже не думай об этом. И не собираюсь, я просто спросил. Здесь все так аскетично. Должно быть, стать центурионом большая честь. Не то слово. Каждый новый прайм избирается именно из центурионов. Кататианской почетной стражи есть похожий обычай. Вроде это единственный путь вперед. Ты слепой? Я не хочу, чтобы меня разрубило пополам ради того, чтобы твоя подружка тобой гордилась. Скорее дверь разломай, твой. Вот это прям было хорошо. Удивительно, что дверь открылась. Так, надеюсь, удержится. А почему тут отдельная комната? Это мастерская. Знаешь, говорят, они покрывают их каким-то умным ксандрианским металлом. Металл не бывает умным. По мне, некоторый. Лады, сейчас замотим крутоту. Готово! Так, принимай работу. Так что там насчет оплаты? Тысяч. Что? Юнитов. За костюмчик. Ракета? Примерно так, да? Но их надо разблокировать. Справиться с Центурионом.
Знаешь, однажды я дрался с миллениаром. Центурионы крепче. Крепче? В смысле? Расскажи. Нет. Опять пусто. Должно быть какое-то объяснение. Надежда Халы — большой корабль. Может, они все там? Или, может, тут все вокруг заражено вармирянской оспой? Я начинаю чувствовать небольшой зуд. Ага, а у меня тут заноза в заднице. Ракета, поколдуй. Нет. Что? Я сказал нет. Когда ты придешь в себя, Квилл? Я есть Грут. А потом он протащит нас через полстанции, если мы ему позволим. Еще одна комната. Если мы так ничего и не найдем, уходим, хорошо? Ладно, еще одна комната. Не две, одна. Заперта. Обратно мы уже не выйдем. Я думала, у Нова больше кораблей. Слышал о них дефицит кадров. От кого? Птички. Напели. В смысле, знающие птички. Питер Квилл. Я вот что нашел. Сектор 1. Прием. Проверка в секторе 1 завершена. Уровень принятия 75%. Как она и обещала. Верьте. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Что ж, прекрасно. Мы не одни. Идут переговоры. Пусть вернут мой корабль. Мой корабль. Но есть подвох? Ну, похоже, они ищут что-то или кого-то. Так вот, почему здесь пусто. Да и хвост с ним. Зови кумпологоловых сюда. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Эй, слышно меня? А он включен? Мы ищем Центуриона Карел. Кто это мы? Стражи Галактики. Нам нужна Центурион Карел, штраф заплатить. Приветствую, Стражи Галактики. Я с удовольствием помогу вам. Где вы находитесь? Мы на какой-то наблюдательной станции. Принято. Оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Ну, что сказали? Придут к нам. О, а мы уже не ждали. Где Центурион Карел? Уверуйте. Сейчас ее с нами нет. Уверовать? Правда? Мне кажется, или они светятся фиолетовым? Я не верю им. Если есть запасной план, пора его осуществить. Я есть Грут. Идемте. И все прояснится. В смысле, здесь нет Центуриона Карел? Ее корабль пристыкован снаружи. Я понимаю вашу тревогу. Мы умиротворим ваши беспокойные души. Идемте, Стражи Галактики. Мы отведем вас на Надежду Халу. Тогда и вы обретете веру. Надо вернуться на корабль. Еще бы. Я есть Грут. Круть, круто, круто, круто. Это классное предложение, только... Прости, как там тебя зовут? Можете называть меня Карлос. Точно, точно, Карлос. Слушай, нам правда только штраф заплатить. И мы пойдем своей дорогой, а вы своей на ритуалы, или что там у вас. И все в итоге в выигрыше. Возможно. Вы приняли ее священное обещание? Хм, смотря что она обещала. Чтобы обещание исполнилось, все живое должно принять его всецело. Идемте, уверуйте. Итак, Квилл, нам не вернуться тем же путем. Ладно, меняем план. Обратим их в нашу веру.
Очисти Невидимого! Она тоже очистит! Вот и больно, но быстро! Мы просто хотели заплатить штраф! Мы выйдем тем же путем, каким они вошли. Так что готовьтесь к драке. И вообще, почему они светились фиолетовым? Колдовство. Вирус? Ну, надеюсь, он не заразный. Еще одна комната. Но мы же что-то все-таки нашли? Да, вот удача. Ты знаешь болезни, из-за которых начинают светиться? Попробуй извлечь, но от них светишься там, внизу. Нет, он всегда был фиолетовым. Сам по себе. Надо найти Карел. Она должна знать, что происходит. Если она тоже не попытается нас убить. Ну нет, она не станет. Кажется, будет драка. Уже началась. Плохо. Мять, Нова бьет Нова. Кто победил? Вот и ответ. О, нет. Дело плохо. Я не хочу ждать здесь смерти. У нас нет особого... выбора! Дурья ты башка! Помрешься! Чем тут время? Там! Убей! Быстро! А, так информативнее! Твой выход, Гамора! Клинок тебе в голову! Они даже не похожи на против снова! Да! Вдруг их загипнотизировали! Космически! Круши их, Крас! Могу думать, когда эти птики из корпуса...
снова швыряются в меня взрывчаткой! Сперва стоит вырубить его! Так, давай! Это мне по душе! Молодцы, ребята! Кажется, его мины нас теперь не потревожат! Гамора! Нет! Приятно вступить в честный бой! Надеюсь, в этом конфликте мы на правой стороне! Я жажду разрушать! Умри! Мы правда стреляем в полицейских? Надеюсь, это нам потом не аукнется! Я есть известны как очень умелые воины, Питер Квилл. Ну и что, что крепкие ребята? Ну и что, что они известны тем, что разрывают всех на части? Мы тоже не промах. Вместе! Бой! Готовьте свои клинки, бомбы и ветви, покажем им, кто круче. Кто со мной? Сегодня имя мне разрушите! Думаю, сегодня мы штраф не заплатим. Неужели? Ребят, корабль Карел в двух шагах. Мы должны лишь... Что? Что мы должны сделать, Квилл? Целый полк двинутых космокопов чуть в порошок нас не стер. А теперь ты хочешь получить добавки? Эх, да, твоя подружка в беде. Я не этого добиваюсь, и она мне не подружка. Убедил почти. Ракета. Единственная цель всего этого — вернуть наш корабль. Найдем Карел, а дальше хоть трава не расти. Ты прав. Потом и не вырастет ничего. Мы не подписывались на то, чтобы идти через всю галактику на поводу Кополёба. Я есть Грут. Да ладно. Что за шутки, Карел? Иди в стражи, сказала она. Полезно для психики, сказала она. Короче, слушайте сюда. Мы с Грутом сваливаем с этой каменюки. Если кого подбросить, давайте с нами. Все остальные идите нафиг! Я предпочту план Грызуна. Мы попытались. Найти нарушителей, не дать сбежать. Как всезнающее миросознание не предвидело такого? Это же компьютер, а не бог. Ракета, ну хватит! Да, хватит! Говорил же, надо уходить! Мы уходим, я согласен. Найдем Милана и... Нарушители в ремонтном отсеке! И постараемся не сдохнуть. Первые разумные слова за весь цикл. Ракета, ты не можешь на меня вечно злиться. Поспорим? Уже поспорили. Может, перестанешь раздражать меня, пока мы не смоемся с этой скалы? Закрыть станцию. Предупредили! Нарушители в отсеке С! Я собрался с боем! Я должен платить штраф! Гамора, вперед! Осторожно, на поворот!
чем ракета? Даже не начала. Ой, да ладно! Давай, вдруг сделай боль! Отлично! Возьмись со мной! Вот вам и заброшенная станция! Вот вам и заплатим штраф и штраф! Прошлая встреча с корпусом Нова была славнее! Это когда Квилл пытался переспать со своим бывшим? Еще слушать, как вы двое припираетесь. Я есть Грут. Пока да. Не будем медлить. Я от этого денька ждал совсем иного. Эй, ты сказал нам наверх, да? Еще выше, но пока сойдет. Не думала, что снова буду драться с корпусом. Они уже не корпус снова. Это не считается. Но кто они? Или что? И что за свечение? Хоть раз, давайте не будем соваться. Эй, мы пройдем здесь. Тиснешься, подберись. Может, Карел вернулась на Ксандр, чтобы отчитать? Блядь, они молятся? Во что мы вляпались? Посмотри на того. Не похож он на Нова. Это колдун. Видите, магия течет к алтарю. Но магии не существует, да? Пошли, пока эти полоумные нас не заметили. Мы будто наткнулись на жуткий культ. И это не наша проблема. Наша, раз они захватили корпус Нова. Нет Нова, нет штрафа, нет проблемы. Надо кому-нибудь рассказать. В дневник запиши. Пошли, нам вниз. А откуда ты знаешь? Ниоткуда. Просто хочу... Хочу идти подальше от этих ненормальных. Приятно видеть, что ты слушаешь. Нельзя видеть, как слушаю. Не зли меня, крепыш! Ты пока еще на хорошем счету. Я есть Грут. Мне не злиться? Это он виноват. И пусть не говорит со мной. Кто? Ты! Поздняк. Грут, скажи мистеру еще одна комната, что у нас все. Я есть Грут. Ладно. Квилл, Грут сказал, у нас все. Это непродуктивно для нашего исхода со станции. Ракета взломаешь? Разберусь с дверью. Кто-то ж должен нас вытащить. Смерть неверная! Мягкий флот! Вечно проблемы! Как нож, масло! Эти глупцы!
Нам нужна передышка, Крут! Полагаю, тот колдун зачаровал корпус слова. Сомневаться. Да я не... Есть! Пошли! Я не сомневался, я просто... Да. Двери забаррикадированы. Хоть кто-то пытался сопротивляться. Это им не помогло. Мы этого не знаем. Кто-то мог остаться на станции. А может, это были те, кто сбежал на Надежде Халы. Да мы же сами все видели! Кумпологоловые едва успели выстрелить, как эти светящиеся с ними разделались. Гамора права. Я надеюсь, что так. Не все же погибли. Ага, большинство переметнулось. Кто-то точно сумел сбежать. Притворимся, что не видели. Ну так пошли уже, что ли? Остановка «Ангар». И какой наш стыковочный номер? R734PL. Ты серьезно? Всегда. Ты теперь мой любимчик, здоровяк. Нет, неправда. Вот он где. Мой хороший. 4PL. Так. Вот так. Все чисто. Выдвинуть мостки и... вмять! Что там? Захвата не отпускают. Эти психи включили блокировку. Можешь ее снять? Тогда это не было бы блокировкой. Я удержу корабль и прогрею двигатели. А вы разожмите захваты вручную. Ладно, захваты. Чур не умирать. Всем верным собраться в центральном ангаре. Им не избежать ее света. Впереди опасность. Приготовьтесь. Разберемся с этим отребьем. Займись захватами, Питер. Мы тебя прикроем. На куски! Так подвигайте, Питер, в стаю. Они не животные, чтобы сбиваться в стаю. А как эти штуки разжимать? Это что, инструкция? Просто стрелять по ним. Один есть. Они могут отойти! Пойди, попроси их! И еще один! Так, я включил систему Милану! Где мой музон? Есть, Мэрис!
сияние загадочно. Оно просто жуткое! Что дальше, Питер? Почти готово! Не хотят они нас отпускать! Они будут разочарованы! Я жажду разрушать! Отомстили запавших из корпуса Нова. Надеюсь, Карел с Ники улетели. Не знаю, что с ними, но эти парни хоть сюда. Как настоящий корпус Нова. Будет больно. Надо признать, с музыкой куда лучше. Видишь, знал же, что понравится. Спасусь я. А как еще? Бить их здравый смысл? Эти отступники неумолимы! Груз! Почти готово! Но лучше впереди! Это сияние загадочное! Хотелось бы узнать, кто это! Покажи им Гамора! Сюрприз! И сразу проложи маршрут, если можешь! Моя великая сила не используется! Не знаю, что с ними, но эти парни хоть куда! Не понимаю, куда им надо? Отомстили запавших из корпуса Нова. Надеюсь, Карел с Ники улетели. Не хотят они нас отпускать. Ведь кому мы нужны? Он ждет тебя. Смотреть будешь, когда запустишь двигатели. И сразу проложи маршрут, если можешь. Это сияние загадки. Хотелось бы узнать, что это. Тебе с нами не сладить. Дальше, Питер! Надо признать, музыка куда лучше! Я бы предпочел катарианский запел! Стройте как скала! Необходимо содействие! Питер, может, посмотришь, как он там? Не хотят они нас отпускать! Ведь кому-то нужны! Почти готово! И они это поняли! Так, потерпи, дружок! Завалил одного психованного копа! А как еще вбить в них здравый смысл? Жду подходящего момента! Давай, здоровяк! Допусти меня на этих лупцов! Вот так вот! Ледимова! Надо признать, музыка куда лучше!
сообщить властям о пришествии. Решаем проблем вот сейчас. Последний! Навигация есть! Мой корабль! Под контролем! Аккуратнее! Для меня это сделаем!